Если у вас возникла проблема с тем, что ваш экран завис на шнурке, вечная перезагрузка на яблоке, просто не реагирует экран или вообще слетела прошивка, то есть различные проблемы могут встречаться при обновлении или вообще просто в целом какой-то забагованный iOS, то есть программное обеспечение, которое поможет вам восстановить систему и не переживать за ваши данные. Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. Итак, друзья, ситуация такова, что данное программное обеспечение поможет вам исправить различные ошибки вашей системы. Чтобы понять, что это за система, как она работает, досмотрите видео до конца. Данное программное обеспечение – это мастер iOS, восстановление системы iOS по многим сценариям. То есть, как понимаете, вот экран отключен, логотип яблока просто на восстановлении в DFU режиме на шнурке iTunes, черный экран, замороженный экран, вечная перезагрузка, слив аккумулятора, белый экран, режим наушников и так далее, так далее. То есть все подробное описание, как это все дело выглядит, какие поддерживаются у нас iOS, какие доступные у нас функции, перечень персонализации и прочих других тоже Apple устройств. По ссылке в описании и закрепленном комментарии вся доступная информация будет. Если будут какие-то вопросы, обращайтесь. Собственно, сама программка после установки. Мы нажимаем «Начать», и нам здесь предлагают, то есть ошибка устройства, экран застрял, объясняются все причины, режим iOS, ошибка драйвера Apple, ошибка iPhone, проблема обновлением iOS, и показывается весь перечень. Допустим, какая-либо ошибка устройства на данной версии iOS. Мы нажимаем «Исправить сейчас», стандартный ремонт, либо это будет глубокая очистка, выбираете, я предпочитаю глубокую очистку. Нажимаете глубокий ремонт, вот, подключаете ваше устройство, вам нужно будет ввести в DFU режим. Здесь показано на каждое устройство, как это сделать. Можно здесь выбрать конкретно вашу модель, это будет iPhone, iPad или какие-либо другие устройства. После того, как вы вошли в DFU режим, дальше у вас появится следующее окошечко, подтвердите и можете полноценно использовать данный девайс. У нас определилось устройство, последняя версия прошивки для данного устройства, нажимаем скачать. У нас здесь скачается прошивочка. После того, как скачается прошивка, пойдет глубокая очистка, естественно, установка с данной версии iOS. Процесс установки прошивки у нас завершен. И можно приступать к глубокой очистке. После этого пройдет полностью очистка вашего устройства. Накатится новое iOS и будет устройство работать без каких-либо ошибок. Вот, друзья, все ссылки будут в закрепленном комментарии и в описании под видео. Точно так же не забывайте за купон для приобретения товара по скидке. Подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, оставляйте ваше мнение в комментариях. Скоро увидимся!